Здравствуйте, дорогие друзья! С вами, как всегда, я Артём. И сегодня посмотрим на жесткий диск от компании Western Digital. Это Green. Давайте извлечем его из упаковки. Вот так он выглядит. 4 терабайта. С обратной стороны плата, шлейф. В компании позиционируется данный диск как экономичное решение. И это действительно так. Потребляет диск всего лишь 4,5 ватта в режиме записи и чтения данных. Частота вращения шпинделя 5400 оборотов и 64 мегабайта кэш-памяти. Ну и давайте наконец посмотрим его температурные режимы и производительность. Сейчас перед вами информация из программки Crystal Disk Info 6.1.12, если опять же интересно посмотреть. Здесь все параметры данного диска. Ну а теперь непосредственно перейдем к самим тестом. Crystal Disk Mark 303X64, следующий 134,4 мегабайта для чтения и 110,9 мегабайт для записи. Если мы посмотрим на результаты программы HDTune 255, то мы увидим здесь следующие цифры. Минимально это 39,4 мегабайта в секунду, максимальное 144,9 мегабайт в секунду и средние 113,9 мегабайт в секунду. Задержка 12,4 миллисекунд. Burst Rate 192,4 и загрузка процессора 4,1%. Ну а теперь реальные тесты. Опять же, традиционно я записывал и считывал с диска файл размером 21,9 гигабайт и результаты для записи. Следующие. Файл записывался со средней скоростью в 100 мегабайт в секунду и записался он за 3 минуты 45 секунд. Что касается чтения, то файл считывался со средней скоростью 123 мегабайта в секунду за 3 минуты 2 секунды. Вот такие результаты мы получаем в итоге. Напомню, что частота вращения шпинделя у диска 5400 оборотов в минуту. При тестах максимальная температура диска не превышала 30 градусов. В итоге мы получаем тихий и экономичный винт с потреблением всего лишь 4,5 ватта со средней стоимостью 6109 рублей по данным Яндекс.Маркета. Что ж, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, вступайте в группу ВКонтакте и пока-пока!